О, Аския, властитель народа Сангай, да пребудет с вами милость Бога, величайшего из великих. Долгие годы Сангай был вассалом Мали, более могущественной западноафриканской страны. В XIV веке император Ши Алибер положил конец малийскому гнету, вернул независимость земле Сангай и присоединил новые территории. Богатейшая добыча из разоренных городов Тимбукту и Джене позволила экономике растущей империи Сангай продержаться еще 100 лет. Но появился враг с более мощным оружием. Копья оказались бессильны против мушкетов, и империя Сангай пала. Король Аския, ваш народ мечтает стяжать славу под вашим знаменем, жаждет богатства и власти. Сможете ли вы спасти свой народ от уничтожения? Создадите ли вы цивилизацию, которая устоит под натиском песков времени? У меня есть полезная информация. Извините. Древние руины хранят секреты развития цивилизации. Разве скажет глиняный сосуд гончару, что ты делаешь? Наша столица завершила создание юнита. У меня есть полезная информация. У меня есть полезная информация. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Ваше подразделение приблизилось к врагу.
У меня есть полезная информация. Враг рядом с вами укреплен. Оперение на древке стрелы было сделано из орлиного пера. У меня есть полезная информация. У нас есть рабочий, но мы не улучшили ни одной клетки. Мы преуспели. Глухим тропам столетий ты проходишь с топором, целишь луком, ставишь сети, торжествуешь над врагом. В любой момент времени одно подразделение занимает одну клетку. Кроткие унаследуют землю, но не ее минеральный ресурс. У вас появилось стрелковое подразделение.
новые города закладывает поселенец. Переместите его в плодородный край и заложите новый город. Тот, кто господствует на море, хозяин положения. Город может засыпать осаждающих снарядами. Колонист в одиночку ходит за пределами границ. Его могут захватить. Мудрость и добродетель, как два колеса телеги. Полисы – это города-государства, которые не конкурируют с вами за победу. Вы можете наладить с ними дипломатические отношения или пойти на них войной. Извините.
Соседний полис просит вашей помощи. У меня есть полезная информация. Думаю, это может вам пригодиться. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
кто уничтожает книгу, убивает сам разум. Счастливы те, для кого уж возводятся крепкие стены.
В двери вступил божественный Гектор. В деснице держал он пику в 11 локтей. Далеко на древке сияло медное жало копья и кольцо вокруг него золотое. Тягостен гнев царя, питомца Краниана Зевса. Честь скептроносца от Зевса и любит его промыслитель. Извините. Математика – врата и ключ всех наук. Это может вам пригодиться.
страница города содержит подробную информацию о его росте и производстве. Лучше хлеб, который съедается с радостным сердцем, чем богатство с заботами. Глаз народа – глаз Божий. Наши земли никто не охраняет. Три правила следует помнить при всякой постройке. Здание должно стоять на подобающем месте. Он создал новый инструмент. Проверить, месяц есть или нет. Благодаря исследованиям, ваши будущие подразделения смогут грузиться на борт и пересекать водное пространство.
которому шагает колосс. А мы, ничтожные людишки, у исполинских ног его смирем и для себя могил бесславных ищем. Есть лишь один Бог – знание, и лишь один порог – невежество. Ваш народ несчастен. Недовольное население прирастает медленнее довольного. Чтобы вернуть населению радость, прикажите рабочим улучшать ресурсы. Не жди, пока железо станет горячим для ковки, но куй, и оно станет горячим.
Человеку для спасения нужно знать три вещи. Чему он должен верить, чего желать и что делать. Единственное, что нас спасает от бюрократии, это ее неэффективность. Коня, коня! Престол мой за коня! Казна пополнилась, появились свободные деньги. Истратить их можно разными способами.
Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся. Случись изделию из бронзы, золота или железа сломаться, кузнец сплавит обломки в огне, восстанавливая узы. Механика – самое благородное и, главное, самое полезное из наук.